Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и сегодня мы вновь заказали мороженщика из Даркнета. Вторая часть. И если ты по каким-то причинам пропустил первую часть мороженщика, не видел ее, то я оставлю ссылку в описании под моим видео и в закрепленном комментарии. И мы с Димой решили еще раз заказать мороженщика, только номер 2. Ребята, я знаю, что мороженщики в играх бывают разные. Они бывают мороженщик из Макдональдса и так далее. Если вам нравится такой формат видео, напишите, какого именно мороженщика еще нам заказать на сайте Даркнета. Ребят, ну а сегодня с минуты на минуту придет мороженщик, который оставит нам задание для того, чтобы мы как можно быстрее нашли все предметы, которые будут спрятаны по нашему дому до того момента, чтобы он нас не заморозил. Это главное правило игры. Мы должны успеть собрать все предметы, которые спрятаны в моей квартире, и так, чтобы мороженщик нас не заметил. Если вы готовы, то обязательно поставьте лайк и напишите какой-нибудь приятный комментарий. Ну а мы погнали! Итак, ребят, меня снимает мой оператор Дима. Мы снимаем на обе камеры. Итак, мороженщик уже здесь. Да. Дим, ты видишь его? Это мороженщик Дима. Дим, он. Мороженщик уже здесь, ребята. И сейчас он кому-то звонит. Я не понимаю, кому он звонит и что там происходит. У него такой прикольный розовый телефон. Дим, ты когда-нибудь видел розовый телефон? Розовый телефон, это просто жесть. Это какой-то, я не знаю, другой, что ли, мороженщик. Или он похож на того предыдущего. Ребят, напишите в комментариях, как вы думаете. Посмотри. Давай, пробеги быстро. Окей, стой, да, я здесь. Мороженщик здесь, в коридоре. Смотри, походу он ушел в другую комнату. Он уронил бумажку. Дим, нужно торопиться, Дим. Он уронил какой-то листок. Быстрее посмотрим, что. Давай. Нам нужно придумать место, где мы будем все это разглядывать. Заходи. Итак, Дима, нам срочно нужно спрятаться. Есть место. Давай, прикоплю там листок за нас. Сейчас я буду смотреть, что за карта и какие предметы нам необходимо найти. Итак, все, тихо. Главное, чтобы он нас не услышал. Если он нас услышит, он заморозит. Итак, ребята, давайте изучать карту. Итак, у нас спрятана вещь, веер. Что это, Дим, как ты думаешь, что это какая-то, как цепь какая-то, да? Похоже на цепочку. Похоже на цепь. Как вы думаете, ребята, что это? Напишите в комментариях, цепь или что. Так, это что? Это гаечный ключ. Так, дальше изучаем, что это. Под знаком вопроса какая-то вещь, я не знаю. Это такого раньше не было. Погоди, я должна все изучить. Что там нашла? Наручники. Что это, знак вопроса? Еще спички. Да, я не знаю, что это за предмет, знак вопроса какой-то. Такого раньше не было. Итак, мне нужна ручка. Дим, он ушел. Походу, он ушел на кухню. Пока, ребят, у нас есть время изучить более подробно карту. Сейчас я возьму фломастер для того, чтобы отмечать те предметы, которые мы нашли. О, Господи! Он возвращается. Да. Давай спрячемся, закрывать скорее. Итак, ты что-нибудь видел? Все, походу, он ушел на кухню. Ребята, давайте начнем с любого предмета, хоть что-то. Может быть, вы уже заметили, так что можете писать в комментариях прямо сейчас. Пока мороженщик на кухне. Нужно осмотреться везде. Нужно везде все проверить. Где? Есть, там были наручники, да, в описании? Да, положи. Скорее. Итак, ребята, мы отыскали первый предмет. Это наручники. Наручники. Нужно быстрее действовать. У нас времени очень мало на то, чтобы пройти этот квест, мистический квест от мороженщика. Мы должны успеть это сделать за 10 минут, отыскать все предметы, так, чтобы мороженщик нас не заморозил. Итак, наручники. Наручники есть. Первый предмет готов. Итак, я не знаю, о, Господи, где он нашел этот веер. Цепочку. Ирина, что? Подожди. Что?
Что происходит? Как он нас услышал? Как он нас заметил? Ой, он сейчас меня заморозит. А, черт, Дима! Нет! Нет, ребята, Дима заморожен! Дима! Мороженщик тебя заморозил! Мороженщик идет на меня! Что делать? И он идет за мной! Нет! Пожалуйста, не надо! Остановись, пожалуйста! Нет, пожалуйста! Что происходит? Где Ирина? Где мороженщик? Ирина? Черт, что произошло? Ирину заморозил мороженщик. Что здесь? Так она нашла наручники. Знак вопроса. Это явно связано с наручниками. Ирина! Черт, он ее парализовал. Надо искать ключи от наручников. Где могут быть ключи? Черт. Где мороженщик? Он пришел, может быть. Ирина! Ключи. Стоп. А это что такое? Бутылка. Здесь что-то есть. Ключ. Ключ. Это ключ от наручников. Черт. Ирина. Все, я снял наручники. Ирина, очнись. Ирина, черт, он тебя заморозил. Что это было? Он меня заморозил и тебя заморозил, надел наручники. Блин, у нас минус одна жизнь. Всего жизней три в игре, минус одна жизнь. Нам нельзя попадаться больше мороженщику. Давай сюда, ты нашел ключ, молодец, Дима. Ты нашел ключ и открыл наручники, освободил меня. Но мы потеряли одну жизнь. Нам срочно нужно искать. Нужно проверить, он ушел, нет? Следующее что-то. Вера, что ты пока ходил, ты что-то видел? Слушай, он что-то копается в туалете. Я видел что-то. Что в туалете, В бочке? Пока он копается в туалете, нужно проверить бочку. Какую бочку? Эту бочку! Да. Что там? Я не знаю, там что-то страшное. Я не понимаю, что это похоже на ключ. А у нас там был в карте ключ. Неужели это синий ключ? В карте был ключ? Я просто уже не помню он ничего. Такой же? После заморозки я все забыла. Он такой же? Я не знаю, я не вижу, где ключ. Здесь. А, вот он ключ. Он опять же плохо пропечатан здесь. Ключ найден. Ключ. Да, огромный ключ. Я в жизни бы не догадалась, что нужно искать такой ключ. Мы нашли пока только два предмета, наручники и ключ. Слушай, а если все остальные предметы тоже игрушечные, представляешь? Игрушечная цепь или игрушечная вера, игрушечные спички. Я даже... Так, нужно подумать. Надо проверить туалет. Давай, скорее, все комнаты, пока он ушел. Ушел из туалета, значит, он что-то там оставил. Его там нет. Итак, что здесь? Какая-то сумка. Дим, здесь какая-то сумка. Походу, в ней что-то есть. В этой сумке наверняка что-то есть, то, что нам нужно из этого списка. Почему-то все слишком... Черт. Тихо. У нас не хватит времени. Мы должны продолжать. Сколько у нас вообще времени? 10 минут, прошло уже 3. Здесь какая-то коробка, я не знаю, что это на ней. Что это такое? Цепочка. Ты нашла? Да, я нашла цепочку.
Она похожа вот на эту цепочку, которая здесь на рисунке. Это цепь, действительно. Дима, что он делает? Третий предмет найден. Разговаривает по телефону. Походу, он понял, что он потерял карту. Бежим скорее. Под знаком вопроса был ключ. Нам нужно искать веер. Как ты думаешь, где может быть веер? Где может быть веер? Надо проверить на кухне. Так, я не знаю. Что здесь? Здесь нет ничего. Он в другой комнате. Он зашел в зал. Здесь должны быть спички. Где они? Где спички? Я не могу найти. На кухне обязательно должны быть спички. Этого просто не может быть. Стоп! Пошла. Я не могу достать. Есть! Есть! Спички есть! Нужно скорее. Он идет. Спички. Пошла. Еще третий предмет. Да, вот они. Здесь спички точно такие же. Есть. Этот предмет тоже найден. Что у нас остается? У нас остается что-то под знаком вопроса и веер. Он зашел в комнату. Он сейчас большую. Зашел в комнату. Надо проверить. Давай посмотрим, чем он там занимается. Это вообще детская. Чем он там занимается? Ты что-нибудь знаешь? Черт, он занимается. Я не знаю, он играет этими ракетками. Он, походу, какой-то чокнутый. Нужно понаблюдать за ним. Он где-то спрятал этот веер. Нужно понаблюдать. Возможно, он еще его не спрятал. Возможно, мы должны ходить за ним, чтобы увидеть хоть какую-то подсказку. Черт, он идет. Подожди. Блин, куда? Куда? Под стол, да, подскажи. Черт. Дима, что он делает? Дима, он не должен нас заметить. Он ищет карту. Ты видел, он начал что-то кому-то звонить, сел на стул, начал кому-то что-то звонить. Он искал на карачках, он понял, что он потерял свою карту. И он понял то, что мы сейчас в игре, но он не знает, сколько мы предметов нашли. Он, скорее всего, веер в той комнате. Но я не понимаю, что такое вопросительный знак. Надо искать веер. Послушай, по-моему, мы ничего не находили в этой комнате. Мы должны уйти отсюда, чтобы он здесь что-то спрятал. Нам нужно уйти отсюда. Давай спрячемся в другую комнату. Он зашел в другую комнату, в маленькую. Пошли за мной. Он здесь? Давай спрячемся за шкаф. Вставай за шкаф. Он зашел в ту комнату. Он сейчас должен зайти в нашу комнату. Да. Он сюда смотрит. Тихо, он зашел. Он там должен спрятать что-то. Сейчас, когда он выйдет оттуда, скажи, когда он выйдет, он да что-то там, он спрячет там предмет, нужный нам. Вышел? Он вышел. Он идет. Так, он вышел из комнаты. Все, проход свободен, побежали скорее. Итак, нужно обыскать эту комнату. Смотри в ящиках. Я не знаю, тут куча проводов. Что, где искать? Веер. Я не знаю. Может быть, что-то в телефоне? Я не знаю, может быть, что-то под рамками, я не знаю. Под рамками. Веер, куда можно спрятаться? А! Черт, я на что-то наступила. Что это здесь? Какая-то маска скелета. Есть! Пошла? Веер. Молодец. Это веер. Есть. Итак, еще один предмет. Ребята, мы нашли последний, мы нашли последний предмет. Больше я не знаю, что под вопросительным этим восклицательным знаком. Черт возьми, что здесь? Что? Ирина. Я не знаю, что здесь. Ирина, лезь под стол. Да, скорее. А я спрячусь за дверь. Давай. Сейчас я бегу. Скорее. Ребята, он зашел. Ирина, он зашел сюда. Я вижу, я молчи. Он не должен нас услышать. Ох, пожалуйста, я прошу, он не должен нас услышать. Под знаком вопроса. О, погоди, я не вижу на этой карте ключ. А ты говорил, что ты нашел ключ. Спрячься. Значит, под знаком вопроса и был ключ, которым ты меня спас. Черт, он зашел сюда. Блин, он заметил меня, Дима. О, нет, Дима. Он заворачивал Диму, черт.